«Все вместе вовлекательное путешествие». Такой призыв брестских краснокрестовцев. И не просто в путешествие, а в водный круиз. Такой сюрприз для ребят и их родителей. В Международный день защиты детей подготовили в очередной раз члены Брестского отделения Белорусского общества Красного Креста. Голдящая толпа ребятишек весьма быстро распределилась на верхней и нижней площадке яркого теплохода «Фрост» и дружно отправились изучать Брест и его окрестности. Это миссия Красного Креста. Мы благотворительная организация, и когда сделаешь доброе дело, как-то очень хорошо становится на душе. Типа. Да. У нас организовано две поездки. Первая поездка у нас была в 11 часов. Это для детей-сирот и детей, признанных находящимся в социально опасном положении. Это 130 детей. Детям это очень нравится. И вот сейчас мы на теплоходе, когда у нас присутствуют на празднике там 112 детей с ограниченными возможностями. Тоже также мы вручили сладкие наборы, ну и подготовили развлекательную программу. Когда смотришь на этих счастливых ребят, на долю которых выпало немало трудностей, когда видишь их искреннюю радость, задаешь себе вопрос, за что им выпали эти испытания, и понимаешь, что на этот вопрос нет ответа. Но зато убеждаешься в очередной раз, что есть среди нас люди, которым не чуждо чужое горе, которые беду незнакомого ребенка принимают как свою и помогают, как могут и чем могут, и защищают не только в дни защиты детей. Мне, безусловно, нравится помогать людям, потому что в наше время мир очень жесток и несправедлив. И мы приносим хотя бы небольшую капельку доброты в этот мир. Это такие же люди, как и мы, просто маленькие. Мы также относимся к ним с добротой душевной. Все мы родом из детства, а потому так часто мысленно в него возвращаемся, вспоминая яркие моменты, сожалея, что детство так быстро закончилось. Детские мечты, порой не сбывшиеся, взрослый человек старается воплотить через своего ребенка. Особенно явным становится это желание, если ребенок особенный, но ребенок, которому нужна не только забота, но и общение, маленькие радости, искренность и любовь. Очень классно, действительно. Мама. Очень красиво, все понравилось. Побольше бы таких хороших впечатлений. Нужны такие акции. Конечно, конечно, конечно. Чтобы люди видели, что они есть, они среди нас, а не только где-то смотрели на это как-то другими глазами. Вот мы первый раз на такой акции. Очень понравилось, очень хорошо проводят такие акции. Очень как бы детям нравится. Все, посмотрите, все в таких впечатлениях, что если это будет продолжаться и будут чаще такие акции проводиться для наших детей, конечно, мы будем только рады. Полюбоваться на окружающую природу смогли все ребята. А еще помимо приятного времяпрепровождения, они окунулись в атмосферу чудесной сказки, которую организовали волонтеры. А сколько радости от конкурсов, в которых, несмотря на болезни и грустные мысли, участвовали все. И даже мамы. 1 июня мы первый раз, а вообще, знаешь, раньше катались всей семьей. Они нужны обязательно для того, чтобы наши дети общались, радовались жизни, как все дети. В прошлом году мы проводили, также оно прошло очень удачно. И в этом году вот мы решили повторить, дать детям вот такой небольшой праздник с нашей помощью. Ну, вообще, как бы, сегодня день защиты детей, и, получается, нужно детей поддерживать, несмотря на то, что это обычные дети или дети с особенностями. У нас здесь множество детей, они как находящиеся в социально опасном положении, так и просто дети, которые по каким-то причинам оказались в тяжелой жизненной ситуации. Ну, и мы чуть-чуть подарили им праздника. Для нас это несложно, детям приятно. В вопросах веры и надежды люди расходятся, но все человечество едино в милосердии. И глядя на этих ребятишек, их мам и пап, стойко переносящих все житейские тяготы, понимаешь, сколь ничтожны наши сетования, проблемы здоровых людей по поводу сломавшегося автомобиля или несостоявшейся покупки очередного наряда. Да и по многим другим причинам. Эти семьи умеют быть счастливыми, да, даже в своих трудностях, поддержать их, помочь им, облегчить их жизнь, пусть совсем немного. Задача каждого из нас, задача общества.